В Туркестанской области в честь празднования 30-летия независимости и 65-летия города Арысь состоялось открытие памятника великому казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву. Кроме того, перед въездом в город Арысь напротив дендропарка был установлен легендарный паровоз серии «Л». Установка памятника в виде паровоза стала не только данью уважения и благодарности за самоотверженный труд железнодорожников, которые приняли участие в строительстве знаменитой Туркестанско-Сибирской магистрали, но и символом развития железнодорожного транспорта. Бюст великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева установлен перед городской центральной библиотекой. Высота памятника 4 метра, постамента 2 метра 20 сантиметров, высота бюста 1 50 сантиметров. Вокруг памятника проведены работы по благоустройству и озеленению. Установлены осветительные приборы, скамейки и прожекторы. Инициатором идеи стал заслуженный деятель Казахстана, академик и уроженец Арыси Тлеуберды Бинашев. На торжественном мероприятии аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поздравил жителей города с праздником. Умирзак Истаевич отметил особое значение личности казахского мыслителя и богатое культурное духовное наследие, которое Абай оставил современному казахстанскому обществу. Также перед въездом в город Арысь напротив дендропарка был установлен легендарный паровоз серии «Л». На торжественной церемонии открытия памятника красную ленту перерезали депутаты Сената парламента Республики Казахстан Алимжан Куртаев и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. История казахстанской железной дороги уникальна, потому что она напрямую связана со строительством легендарной Туркестана-Сибирской магистрали. Большой вклад в успешную реализацию проекта внесли почетный железнодорожник Казахстана Максуд Искендиров, председатель правления АО НК «Казахстан» Тимир Жолы Нурлан Сауронбаев и ветеран железнодорожной отрасли Ермекбай Ерманов, которые оказали спонсорскую и материальную помощь при доставке и установке памятника. Следующий объект, который посетил глава области в городе – парк железнодорожников. Парк, построенный в 60-х годах прошлого века, к 65-летию города прошел реконструкцию и встретил посетителей совершенно обновленным. Сегодня здесь заменены скамейки, установлены различные игровые аттракционы для детей. Также была расширена и обновлена пешеходная дорожка и установлены современные осветительные приборы.